настоящие пацаны открывают так. А с наклейками, всякими там хуейками. Supreme. Черная дыра. Ты почему появился трек? Потому что черная дыра. Вот. А так вот так делается. Как она появилась? Хуйня какая-то была в голове, и черная дыра появилась. Понятно. В этой квартире всегда можно покурить, потому что здесь работают в потолке работают датчики дыма. Ром, старина Пай, ты будешь курить? Нет, он не курит. С нами бит использовал пидораста Яникс, и все, я не могу больше сказать. Он, конечно, я уже черный раз посмотрел. В этой школе 733-й. Учились такие, она уже английская стала, ебать. Когда я учился, я, наверное, только по-английски понимал. Лев Николаевич, это не Толстой, к сожалению, Менделеев. Я хуёво просто учился в школе, но он знал, что наука борется с суеверными, как все, с потёмками. Вон Лев Николаевич Толстой. Нет в мире нихуя, но жить, но будет дохуя, он говорил. Это неправильно. Ну, конечно, Винстон Черчилль с сигарой, блядь. Кто не знает Винстона Черчилля, это же Винстон сигареты он придумал. Ебучий петух. Сань, хуй соси. Там, где в подъезд заходишь, и сразу запах санья, и торчки колются. Ты прям дверью вот так бьешь, блядь, он там ложку проливает, еще ругается. Я там наступил какой-то пизде на руку, она там орала, там, иди нахуй. Ну, как вам вообще рэп, хип-хоп индустрия в Москве? Супер. Вот так-то. А какие персонажи больше всего импонируют? Откуда? Из хип-хопа. Ну, там, Тимати. А, по именам я не знаю. Ну, а Тимати? Баста, Тимати. Паша Тех. Гуф, Паша Тех. Баста нормально. А Паша Техник какое место Паста занимает? Паста Техник. Паша Техник нормально? Я его не знаю. А если это я? Нормально у меня тема? Конечно. Мы сейчас включим за цену. Да, подкачивает. Вот, подкачивает, и это хорошо. Подписывайтесь на канал. Просто слово «вписка». Просто «вписка» надо будет сказать, слово «вписка». Она хотя бы сигаретно даже. Да, конечно, конечно. Да, подписываемся на канал «вписка». И у вас будет огромная, как вот у старичков, пиписка.